Человек для меня как биомашина, и делает его живым только его бессмертная душа. Ткань – это как душа человека. Там в коллекции очень много легких таких тканей. Железные каркасы – это как все биологическое человека, его физиология. Пластик – это различные механизмы, которые являются двигателем всех вообще процессов, которые происходят в человеке. Это его мысли, эмоции и переживания. Я всегда рисовала с детства, там потом куклы делала. Для себя сначала рисовала, теперь по произведениям, по стихам, иллюстрации. Пытаюсь как бы все вот события, которые произошли со мной, зарисовать, но только в такой какой-то форме, ну, непривычной, естественно, не в реальной, как будто жизнью все это происходило. Одержимость такая, не то что какая-то страсть или увлеченность, а вот как на всю жизнь такой прям отпечаток искусства ставит на человеке. Я Таня Пёникер, а это лаборатория «Экстракт».